Недавно в нашем профиле Инстаграм мы выкладывали вот такой пост про собаку в городе Заринске, которая лежала на ЖД-путях. Вот я картинку увеличу. Вот собака в крайне тяжелом состоянии. Вот еще одна фотография. То есть, судя по конечностям, у собаки что-то с лапками. И вот это объявление. В общем, собаку никто не лечит, то есть как бы то лечение, которое делают в местной клинике, оно просто, ну, скажем так, не поможет собаке, потому что ей нужно серьезное обследование. За несколько суток эта собака, которая была найдена возле железнодорожных путей, стала выглядеть еще хуже. То есть на сегодня это вот мы видим ребра, и ну, собака просто в очень плохом состоянии. Там, где она сейчас лечится, это частный дом, местный ветеринар, который занимается коровами. То есть сейчас сделали венозный доступ, делают инфузию собаки, но, однако, обследование никакое провести невозможно, потому что там нет даже рентгена, не говоря уже о том, чтобы взять собаке анализ крови. Поэтому мы с Юлей приняли решение выдвинуться из Новосибирска в Заринск, забрать эту собаку для того, чтобы отвезти ее в клинику БЭС на обследование. И мы очень надеемся, что вы нам поможете денежкой, потому что обследование будет не дешевое, это нужно будет МРТ сделать. Нужно будет доставить собаку в клинику, наверняка это будет не один день стационара. Вот, и мы просим очень помощи каждого человека. Тогда и собачку погрузим. Так, это мы, короче, с Юлькой корма купили девчонкам в город Заринск, у них там тоже приют. Немножко побаловать ваших кисонек. А у вас много? Ну, у нас 150. Вроде малый из малыш. Он уже не кусается, да, видимо? Ну вот я его гладила без намордника. Ну все, он уже понял, что его просто не обидит. Пишите честно. Ну, ладно, ладно, конечно. Давай, поехали. Все, ладно, давайте. Нам все. Еще тоже обратно. Все, давайте. Все. До свидания. Спасибо, до свидания. Так, а у вас написано, я просто сниму, что это 22-й регион, что вот люди приехали с 22-го региона, а это вот наш регион, 154-й. Поехали в Новосибирь, встретились в Черепаново. Ну все, до свидания. Так, мы приехали в клинику БЭСТ с песиком. Так, мы сразу его взвешиваем. 13,13. Вот. Да, на килограмм, может, весит. Пират назвали. Глаза красные. Thank you.
Это наша собачка на УЗИ. Да, ну, я не знаю даже. Вот да, мы увидели, кажется, объявление, да, в группе Заринска, что собачка. Ну вот они взяли, но там, ну, там нет такого оборудования, как у нас. Там просто частный дом и ветеринар, который коров лечит. Ну, ну он поставил, конечно, капельницу, там поставил электролиты, значит, глюкозку. Вот. Когда кормили? Вообще аппетит есть? Не ест. Я ей давала сейчас мясо, она не стала есть. Что, желудки-то есть? Есть. Ну, да, может быть, кормили. Ну, а, кусочек колбаски она съела, говорят. Да, значит, да. Ну, вот мясо сейчас не стала есть. Так, он не спит. Так это, а, мальчик. Да, мальчик. Ну, в смысле, собака она. Так, как бы нам лучше? Нам через живот лучше. Мы пока не знаем, что там со спиной. Угу. Лапа отекла. Он, видимо, лежал вот так передавлено было. Бинтом. Так, а вытащим его? Наверное, да? Как не знаю, правильно. На стол. Ну, шею не трогай. Шапка, ну, да, деревянные. Вот, его всего стягивает лапы. Да? Ты щенулька. Мы нашли. Он ходил, не ходил? Он лежал, просто лежал возле ЖД путей в городе Заринске. А сколько лежал, неизвестно, но ну вот его вчера взяли оттуда на капельницу. Ну это все, что делали он с ним. Он не ходит? Он не ходит. Вообще не на, ну, на всех четырех или на задних? Вообще не ходит, но он ими шевелит. Он весь вот так как трясется, как будто. И девочки сказали, что у него были судороги. Угу. Сейчас, секундочку, я принесу. Вот еще сделаю. Вот у него, видишь, глаз прям краснючий там. С одной стороны, с левой. А с правой стороны у него глаз белый. Соответственно, с этой стороны у него может быть гематома и травма. Вот. Ой, больно. Больно. Хорошо, что больно, значит, не живу. Больно. Тоже. Ай, больно. Молодец. Тоже, мне кажется. Ой, ну он шевелит и шевелит. Это хорошо. Молодец, конечно. Может, то, что он такой худой, не может ходить, у сил нет. Вот еще у нас, да, было предположение, что если он убежал и был в наморднике просто от того, что долго не ел, может быть такое состояние, что он просто от истощения такое состояние впал. Просто он насколько долго. Ну вот, ну, никто... еще и глаз что красный. И глаз красный, да. Это факт. Да, скорее всего, с этой стороны и удар был. Так визуально, там вроде целое все, глаз-то выдает. Ну а может быть такое, что, например, если там, ну, кровоизлияние в мозг, что часть мозга повредилась и у него вот такое вот возникло. Очень ровно, ага, тут такая отек. Ага. Что я судороги, наверное, из-за этого. Что у нас головой? Нужно взять у него, конечно, анализы. Смотреть, что и как. Вот первая справа. Давай. 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 Сейчас немножко параметры побольше. А, то есть он все-таки сытый? Ну да, тут он еды. Ага. Это пищевод полностью раздут газом, вот этот газ пищевод, и он сюда пошел. Как-то вот этот участок мне не нравится. Позвоночник как будто вот так стоит. Да, как вогнутый получается. Вот это и вот это, да. Меня больше смущает небольшая анемия, снижение тромбоцитов.
Мы это что из той крови, которая есть, сделаем мазок на пироплазмоз. Угу. Это может быть... Да, скорее всего, тоже. Да. Потом это сейчас немножко освобожусь, сделаем мазочек. Угу.